Период проведения Australia Open является самым жарким. В 2018-м 39 градусов на дневных матчах – это абсолютная норма. Отраженное кортом тепло превышает 69 градусов, а корты раскалены до 100 градусов. Гаэль Монфис просто получил тепловой удар. Заявил, что через 40 минут игры он просто умирает на корте. Он доиграл этот матч. Условия действительно были на пределе безопасности, сказал его партнер по матчу Новак Джокович. Плавятся подошвы теннисных кроссовок. Во время матчей у теннисистов могут полностью стереться подошвы на абсолютно новых кроссовках. Они просто не выдерживают раскаленного корта. Кореец Чон снялся с матча с Федерером. После матча выложил фото мозоли. Ну реально, ну фото впечатляет. Так за поединок теннисист может выпить 8 литров воды и потерять при этом 3 килограмма. Вот такие нагрузки испытывают теннисисты в Австралии. И женщины тоже. Симона Халеп отыграла 3-часовой поединок в полуфинале и 3 часа играла в финале. После этого девушка провела 4 часа под капельницей. Вот такой вот жесткий Australian Open.